Не слышу, чего? Дим, что спросил? Я говорю, где проститутки-то? Думал, сейчас что-то такое умное спросит. Рома, в каком году построен был мост? Где проститутки? Я это хотел спросить потом. Почему ты такая непутурная тварь? Я? Да. А я твоя тварь или моя тварь? Вон, смотри, вот она твоя, Америка. Вот, вот она твоя, Америка. Вот. Ты же сказал, что так Женя Лобанец живет. Да? А не я. Ты сказал, что он так будет жить. Уже бухают тёлки, так не, на воду, воду пьет, воду. А этот тигр, который покусал этих долбоёбов? Yes, you are. Yeah, where are you guys from? Not. He's from Russia. Russia? Where is Vidania? Vidania. Yes. Спасибо. Спасибо. I don't get what you're. My granddaughter was born there. Really? Got, yeah. Oh, wow! Nice. Wow. She was really, really honest. Oh, I see. It was a 17-hour train ride from Moscow. Pretty hard. To where? Ulyanovsk. Ulyanovsk? Yeah, yeah. You're from Russia too? Good no, vodka, I'm from San Jose. Cheap vodka. Oh, well, how'd you meet up with a guy from Russia? Because I was born there, but I grew up in the U.S. Oh, so that really doesn't explain how you met him. Aren't you happy we're just meeting? Yeah, yes. Okay. Have fun, guys. Sorry for that redhead. She has no idea what she's doing. Чувак, это так странно до сих пор, блядь. Почему? Ну я не знаю, я не могу к этому привыкнуть, серьезно. Ну почему это так странно? Смотри, какие дельфинчики. Нет, я не про это. Она это... Она своей подруге хотела фак кинуть, но я в это время смотрел, она такая извиняться начала. Я говорю, не тебе. А это у нас мираж.